Александр Студнев пришел проголосовать около 9 утра. Председатель горисполкома закреплен за 16-м участком, который оборудовали на базе 6-й школы. Сперва мэр подошел к членам комиссии, показал паспорт, чтобы сверить данные. Затем расписался в специальном бланке и получил на руки бюллетень. Александр Студнев отправился в кабинку для голосования. Выбор сделал за несколько секунд. За страну, вместе с которой я начал свой трудовой путь. За страну, которая дала мне возможность реализоваться как личности, как руководитель. За страну, которая дает возможность реализоваться. Я за стабильную и процветающую Беларусь. Председатель горисполкома признался, настроение праздничное, особую атмосферу на участках создают вокальные, танцевальные и инструментальные коллективы. Артисты выступают по всему городу. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск 360.